Добрый день, девочки! С вами я, Ирина, и мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня вроде по календарю пятница, а значит, как всегда, у нас пятничная распродажа вашего любимого серебра по вкусненьким ценам. Красивое изделие, сегодня все новенькое, чего еще не было. Покажу браслетики, кольца, комплекты и серьги там есть чуть-чуть. Кто досмотрит до конца, покажу бонус. Долгожданная посылочка пришла с янтарем. Там и ручники, янтарь в черном роде, и просто есть полудрагоценные камушки поделочные, есть янтарь в серебре. В общем, досмотрите до конца, будет интересно. Кому не интересно, можете сразу на конец перемотать. Так, вот такие браслетики у нас сегодня в распродаже. Это у нас компания Атолл, новосибирская компания. Браслет-веревочка. Очень широкие они. Вот такое вот плетение. Ну, скорее всего, видели плотные. Так, на руке смотрится очень хорошо. И размеры большие. Просили мне девочки больших размеров. 22 и 23 сантиметра. Вес в среднем 9,99. Так, 9,93. Прошу прощения, в этом 10,99. Который подлиннее 23. Они по 1500. Замочек вот такой, карабин круглый. Здесь пробуем. Ну, в общем, собственно, все плетение. Размерчики большие. Кому надо. Вот такая красотень. Два браслета. Так, еще один. Тоже длинненький. Плотный, панцирное плетение с хорошей алмазкой здесь. Он прям толстенький. Вот покажу даже вот. Сейчас фокус поймаю. Видите, такой плотный браслет. Прям здесь широкий. Вес тяжелый. 13,56. Размер 22. Длина 22 сантиметра. Замок карабинчик. Вот такая вот красота. Прям на руке тяжеленький, почти 14 грамм. Очень хорошо смотрится. И алмазка хорошая. Так, еще один браслет. Прям крупный, но достаточно легкий для своей такой внешней грубости и брутальности. 24,61 у него вес, длина 23 сантиметра. Замок вот такой большой, плотный карабин. Можно, в принципе, как и мужчине подарить, можно самой носить. Браслет там такой весомый. Причем, чем хорош браслет, можно миксовать вот с теми жесткими, которые вчера показывала, гальванические объемные браслеты. Можно одевать сюда и кожу, дерево, пластик, все что угодно. Вдобавок к серебру с этим браслетом будет очень хорошо все смотреться. Немножко, конечно, его толщина. Видите, какой толстый. Немножко она размер съедает, но все равно 23, в принципе, достаточная длина. Так, это что касаемо браслетов. Комплекты. Продаю комплектом. Кольцо. Коллекция «Винный графит». Это Соколов. Сваровски. Здесь фиолетовые и такие более темные, почти черные. Кристаллы Сваровски и фианиты, по-моему, стоят. Да, фианиты черные, Сваровски под аметист. Кристаллы Сваровски. Вот, ну что-то, фокус пропадает. Вот такая красотища. Так, кольцо 19-е, весь набор 2750. Очень хороший набор. Кому интересно, можете на сайте Соколова для сравнения цены посмотреть. Тут камера сегодня прям вообще не хочет ничего снимать. Хочет она уже янтарь. Нашу долгожданную посылочку. Выходные, в общем, пройдут, наверное, в янтаре. Потому что я хотела вам еще и бусы необработанные показывать. Так, собственно, комплект. Вот он, английский замочек, кольцо 19-е. Вес серег 7... О, господи, прошу прощения, 4,76. Уже я от счастья, от посылки, я начинаю заговариваться. Я уже сейчас предвкушаю, что я буду разбирать.
Я там себе тоже приобрела два кольца, серьги. Еще кулон отложила, но насчет кулона думаю. Так, как я говорю, невестин набор. Тоже это соколов. Можно, конечно, не только невестам, но набор шикарный. Здесь имитация жемчуга, эмаль. Опять же, для интереса можете на сайте глянуть цены и сравнить с распродажной, и вы точно захотите его купить. Так, вес серёг 11,67. Вес кольца 8,57, размер 18,5. И весь набор 4,250. Девочки, это вообще для этого набора даром. Я его отдаю, просто потому что уже коллекция немножко поменялась, и мне надо новое куда-то все выставлять. Тем более, что столько всего пришло с выставки. Замки чуть занижены. Вот здесь вот имитация жемчуга, все от Сваровски. И вот это вот эмалевые такие легкие, как бы, почки. И такое же колечко, 18,5. Особенно на подарок кому-нибудь. Девочки, напоминаю, что продолжаем смотреть, присматривать новогодние подарки. Потому что перед Новым годом, сами понимаете, уже и почта работать не будет, как всегда, в течение 10 дней. И перед Новым годом мне тоже не очень хочу бегать на почту в последние дни, вместо того, чтобы елку наряжать, бегать и отправлять ваши посылки. Возможно, я так числа в 20-го вообще уже посылки декабря отправлять не буду. Я вам, конечно, сообщу, чтобы до этого все это разобрали, потому что у меня в отложках уже сейчас минимум 50 посылок лежит. И когда в один день прекрасно вы скажете, все дружно скопом, давайте отправляйте, и они не сможем и физически это все сделать. Это же надо упаковать. Так, вот такой комплектик тоже жемчуг от Сваровски. Золотой и белый. Комплект идет с подвеской. Так, 1,71 вес. Цена комплекта 1400. Замок хорошо занижен. Английский замочек. Вот, так что по поводу посылок, там потихонечку думайте. Я не говорю, что вы сейчас прям все разбирали. Тем более некоторые ждут добавки в свои заказы. Ну, просто имейте в виду, что я потом скопом, как вы захотите, в один день все не отправлю. То мне некоторые люди копили по полгода, потом отправьте мне срочно. Я говорю, как же я срочно-то отправлю, когда там мне за полгода столько накопилось, что паковать надо часа два посылку одну только. Учитывая, что каждое изделие в коробочке. Вот такие пчелки. Очень хотят улететь к своей хозяйке. Крупный замок. Хорошая эмалевая пчела. Это тоже соколов. Цена 1100. Пчелиная такая штучка. Очень красивая. Так, красный пресни, искусственный малахит. Хорошие сережечки. Тоже можно кому-нибудь на подарок. Ну и себе любимый, например. Вот такая красотень. Английский замочек чуть занижен. Эта часть подвижная. Вес серёг 12,4. Цена 1000 рублей. Так, серьги-пусеты. Соколов с сердечками. Пусетки закручиваются. Сейчас покажу. Там танцующий фианит, который... Сейчас как же его показать? То есть вот он там при движении будет шевелиться. Сама серьга еще подвижная. Закруточка. Все закручивается. Сзади гладенько. Вес серег 2,83 цена 650. И, собственно, в позолоте такие же. Вот такая же, такое же сердечко. Вес 2,89, цена тоже 650. Перешли плавно к кольцам. Кольцо натуральный жемчуг от циркона S. Размер 18, цена 1200. Вот такое вот высокое, хорошее, крупное колечко. Тяжелое. Вес 8,15. Белый жемчуг. Кольцо родонит, тоже циркон S, 18 размер, вес 5,61, цена 1000 рублей.
и колечки короны от Соколова. Так, колечки короны, размеры, сейчас скажу, 16,5, 17,5, 18,5 и 19,5. Вот такие короны от Соколов. По золоте с фианитами. Цена 700 рублей. За любую, все по 700. Обещанный янтарь. Показываю. Распродажи закончили. Девочки, про распродажи. Вайбер, ватсап, пожалуйста. Отвечать буду сейчас всем в течение дня потихонечку, потому что у меня тут что-то сегодня столько вот и дел, и посылок. Мне вчера пришли печатки от Маршала. Сегодня вот пришло вот такая вот красотища. Вы уже можете любоваться. Сейчас я вот выложу. Сейчас я вам все покажу. Это так приблизительно. Там много очень всего. Много мешков. Ой, ручки мои трясутся. Ручки мои от предвкушения того, что сейчас я все это буду разбирать. И вот прям, так сказать, венец коллекции. То есть будет янтарь, вот показываю, в серебре. Будут вот такие вот ручной работы изделия. Здесь разные камни. Вот такие. Вот они начинают новую коллекцию делать. Роди черный с янтарем. Очень все красиво. Немножко я ручников взяла. Это ручная работа. Хорошие камни. Там есть у меня, по-моему, несколько колец мне дали. И где-то что-то, один браслет или колье тоже что-то должно быть. Не помню, уже на выставке отбиралась. Уже, как говорится, столько времени прошло. Целых 2 недели. Или даже уже 3. Вот такие вот будут изделия. Тут у меня цен пока нету. Я только-только вот получила посылку. У меня вот, вот мешок. И вот мешок. И у меня столько мешков. У меня 5, наверное, мешочков. Вот к этому тоже будут и браслеты, и кольца, и все-все-все. Цены еще не писала. Вот такие вот стали они делать изделия. Это у нас, господи, Балтийское золото компания. Делали они янтарь, теперь они делают и вот поделочные камни в разной обработке. Здесь вот яшма. Очень красивая, пейзажная. Ручник я вам показала. С черным родием великолепное украшение. Чуть дороже, чем, как говорится, обычный в серебре. Черный роди, здесь позолота. Но шикарный стиль, отличный дизайн. Вот, вот такие штучки. Всякие там несколько моделей. Так, будет вот такой янтарь. Это у меня вот прям просто то, что вот попалось по ссылке, сразу я вам показать для заманушки. Очень много янтаря. Красивого, необычного. Наверное, буду янтарь комплектами пока продавать, а потом уже что останется. И вот это вот я ее прям буду гладить, потому что я ее хотела себе. Но я еще думаю, просто не знаю, с чем это носить. Здесь у нас нефрит. Это ручная работа, колье. Серебро, черный роди, позолота. Очень красивые вещи. В общем, смотрите нас на выходных. Я пойду пока писать цены. Не знаю, как это выложу, завтра или после, или воскресенье. Как успею сделать, все расценить. Все, по распродаже все данные для заказа, для всего остального, все, что у нас в наличии есть, можно посмотреть внизу. Там ссылочка на сайт, контакт. Ой, что там еще у нас? Инстаграм, Фейсбук и так далее. И телефоны. Лучше, девочки, не звонить, а писать. Потому что вот мне вот сейчас я снимаю видео 20 минут, да, мне уже кто-то звонит, потом убежает, не отвечать. Лучше написать. И WhatsApp, Viber тоже лучше не звонить, лучше написать. Я прям смотрю смс, самый, естественно, первый, который пришла, начинаю отвечать. Все, всем приятного вечера. Вас всех очень люблю. Заряжайтесь, у меня хорошее настроение. Всем пока-пока.